Доброго ранку, це програма на півранок. Мене звати Олеся Антипенко, і далі ми будемо говорити про здоров'я, про здоров'я дітей. Це дуже важлива тема. в гостях у мене сьогодні Ірина Могильна, дитячий лікар-офтальмолог, завідуюча дитячим відділенням офтальмологічного медичного центру Новроновий зір, лікар вищої категорії. Я вас вітаю. Здравствуйте. Так, ну насправді тема дуже серйозна, дуже, дуже актуальна на сьогоднішній момент, дуже важлива. Давайте почнемо з того, коли потрібно починати вже водити, наприклад, дитину свою до офтальмолога. З якого віку От дуже цікавить батьків, з якого віку це можна робити? Смотрите, самый первый осмотр врачом. происходит уже в роддоме, да, врачом неонатологом -на Если врач-неонатолог -на замечает какую-то патологию со стороны глаз, естественно, он тут же отправляет на консультацию к офтальмологу. Если никакой глазной патологии не выявляется видимой, то тогда первый плановый осмотр у офтальмолога нужно сделать в 3 месяца. Следующий осмотр в 6 месяцев и обязателен осмотр в год. Затем следующий плановый осмотр проводится в 3 года и обязательно, конечно же, перед школой, 6 лет. Это я рассказала о плановых осмотрах, когда у ребенка не обнаруживается никакая офтальмологическая патология. Если же на каком-то из осмотров врач-офтальмолог обнаруживает патологию глаза, то тогда он назначает в другом режиме наблюдения ребенка. Уже тот режим, который необходим для этой данной патологии. Взагали, а чему выникают у детей проблемы с зором? Что на это влияет? Можливо, это а, якісь а, наша екологія? Можливо, это а, а, вспадок йому дістається? Конечно же, много факторов влияет на возникновение патологий у глаз у детей, но основную роль сейчас на данном э, наследственность. Это действительно так. Если если говорить, например, когда родителям объясняют о форме и размере носа, тогда родителям понятно, да, от кого достался этот нос. Там говорят, вот нос папы или мамы, да, или форма ушей. То же касается и глаза, форма глаза, аномалии рефракции глаза, миопия, дальнозоркость, астигматизм, склонность к косоглазию. Топето-ретинальные uh, дистрофии сетчатки, врожденные аномалии развития глаза. Действительно, это все наследственность. Это все передается uh, от родителей. Uh, если, например, у родителей, uh, у двоих, у папы и у мамы, миопия, да, то, конечно же, в 90% случаев... А вы и рассказываете, что это? потому что uh, не все, например... Uh -huh. Это uh, ну, по-народному называется близорукость. Это когда плохо видно вдаль. Да? то мы понимаем, что вероятность развития появления близорукости у ребенка ну, 90%. Да? Тут вопросов никаких не возникает. Но бывает другая ситуация, когда, например, у папы и у мамы хорошее зрение, а у ребенка возникает, развивается близорукость. И тогда родители спрашивают, ну к чему тут наследственность? Да? Но нам тогда нужно вспомнить о том, что существуют доминантные гены. Это те гены, которые всегда проявляются из поколения в поколение. И тогда вопросов не возникает, потому что бабушка в очках, мама, папа, дети. Да? А есть рецессивные гены, скрытые гены которые, если э, чел, э, человек носитель этого гена, да, и когда ген встречает себе подобного, вот тогда только идет проявление. То есть, если у папы и у мамы нету близорукости, а у ребенка появилось, то тогда папа и мама носители этого скрытого рецессивного гена. Э, то есть на данном этапе четко понятно, что наследственность играет большую роль в развитии патологии глаза. Например, еще совсем недавно, пару лет назад Считалось, что та же близорукость, да, причин развития близорукости называлось очень много. Но современные э, генетические лаборатории мира э, четко обнаружили в 15-й хромосоме человека локус, который отвечает за развитие близорукости. То есть четкие механизмы еще развития близорукости не изучены, но уже четко известно, что это чистая наследственность. Чи правильно я розумію, що чим раніше виявляється такі, наприклад, там хвороби, навіть які передаються з у спадок, а, тим раніше можна їх вилікувати, і взагалі дитина може а, виправити цю ситуацію? Ну, в яких-то случаях ми можемо справити, а в яких-то случаях, звісно ж, адекватна оказывается адекватна допомога ребенку да, для того, щоб він адаптировался, в обществе, для того, чтобы он видел хорошо. Конечно же, как только, как только родители что-то замечают, да, что -то, вот, то, конечно же, нужно сразу же обратиться к офтальмологу и пройти детальное обследование. Про лікування ми ще будемо говорити. А от дуже така розповсюджена проблема у дітей: це косоокість. І а, чи варто взагалі при цьому робити операцію? Чи цей процес може з віком пройти? І що взагалі робити, якщо у дитини косоокість до одного року? Що довжні знати батьки, коли вдруг, вдруг замічають і їм кажется, що ребенок почав падкашевити? Да? Обязательно, тут же не надо ждать, что это пройдет само. Надо обязательно идти на обследование к офтальмологу. Почему? Потому что бывают такие ситуации, когда вовремя одетые очки а, нам предотвращают развитие а, косоглазия. Да? И если, например, если это при например, это при дальнозоркости высокой степени, или вовремя одетые очки, например, косоглазие уже появилось, но… Родители сразу же обратились к офтальмологу и сразу же были назначены и одеты для постоянного ношения очки при дальнозоркости высокой степени. И эти в очках глазки у ребенка становятся ровно, да? То есть есть виды косоглазия, которые можно вылечить очками. И таким образом мы можем избежать хирургической коррекции косоглазия. Однако, конечно же, нужно знать, что не все виды косоглазия можно вылечить очками. Есть виды косоглазия, которые лечатся только хирургическим путем. Что нужно знать, что, опять-таки, хирургическое лечение косоглазия затягивать тоже не стоит. Считается, что до школы вопрос с косоглазием должен быть решен. Дело в том, что иногда требуется несколько операций по поводу косоглазия, это когда? Это когда большой угол косоглазия. И за одну операцию невозможно устранить такой большой угол косоглазия. И требуется повторные операции. Косоглазие, к сожалению, это такая патология, когда требуется, возможно, и три операции. А на эти три операции нужно время. То есть делается операция, между операциями промежуток времени 6 месяцев. Раньше не делается. Поэтому родители обязательно как бы э, понимать должны что они должны вопрос этот решить до школы да и уже в офтальмоах им них не может сориентировать если это чисто хирургический вид косоглазия то сколько приблизительно будет операций и э, когда начинать эти операции Это на початку так уже можно ли во время обследования mm -hmm. конечно а, еще такой момент что что нужно знать по косоглазию родителям что а, многие воспринимают косоглазие как чисто внешний дефект. А на самом деле это более глубокая патология. При косоглазии нарушается связь между глазом и мозгом. Ведь мы, изображение у человека формируется не в глазу, а в коре головного мозга. Глаз, он только передает информацию головному мозгу, который формирует это изображение. Так вот при косоглазии вот эта связь между глазом и мозгом нарушается. И восстановить ее иногда очень сложно. То есть э, хирургическая коррекция косоглазия это полдела, пол скажем так, да, это чистая косметика, то есть мы приблизительно ровно ставим глаза. А после этого начинается тяжелый труд с мозгом. То есть обучи, надо научить мозг сливать два изображения в одно единое целое. Так называется, это называется развитие фузии, бинокулярного зрения. То есть это тоже надо понимать, что это не быстрый процесс, это продолжительный процесс. Детки после хирургического лечения косоглазия должны проходить такие специфические компьютерные программы на бинокулярность, которые вырабатывают эту бинокулярность, то есть это, скажем так, длительное занимает время, и, и когда детки идут в школу, вот еще какая, какой вопрос: когда дети идут в школу, сейчас у нас в школе, в школе очень большие нагрузки, и просто ну, уже даже физически некогда заниматься этим косоглазием. Поэтому считается, что до школы вопрос с косоглазием должен быть решен. А якщо чи проходить косоокість до одного року? І чи одразу потрібно вести дитину до лікаря? Сразу ж, як только появилась косоглозія, не надо ждать. Нужно приходити на обслідування к офтальмологу. У цей міф про те, що там до одного року, якщо косоокість є у дитини, вона після одного року все стане нормально, вона сама не пройде. Так ви понімаєте? Это счастливчики. Действительно, в жизни называется, бывает все. Действительно бывает такое, что косоглазие проходит, но это единица. В основном, косоглазие, если уже оно появилось, оно только усугубляется. И иногда родители, затягивая вот этот вопрос прихода к офтальмологу, они усугубляют состояние косоглазия. И когда можно было еще одеть очки и выровнять глаза очками, то упущено время и нужно только хирургическое лечение косоглазия. То есть тут однозначно нужно, конечно же, обращаться к офтальмологу. Не надо ждать. Давайте поговорим про аппаратное лечение. Что это, чи дает вообще какие-то результаты? Что такое аппаратное лечение? Это такая своеобразная физиотерапия для глаза. Это много аппаратов, которые э, оказывают свое действие. Там и есть аппараты, которые лазер-стимуляцию оказывают на глаз, э, магнито-стимуляцию, электростимуляцию. Такой аппарат, как амблиокор, э, форбис. То есть много аппаратов. Что они дают? Они улучшают функции глаза. Они, э, например, при амблиопии прибавляют зрение. А при косоглазии те же компьютерные программы на бинокулярность вырабатывают эту бинокулярность. То есть если врач-офтальмолог назначил курс аппаратного лечения, то, конечно, его нужно проходить, потому что иногда поднять ту же остроту зрения без аппаратного лечения иногда очень и очень сложно. Поэтому аппаратное лечение — это скажем так, нужное дело. Давайте взагалі разглянем методики коррекции зору, которые существуют на сегодняшний момент и какие из них наиболее эффективны. На сегодняшний момент есть основных три варианта коррекции зрения. Самый простой способ – это очки, это все знают. Второй способ – это мягкие контактные линзы, которые носятся днем. И, и также есть жесткие контактные линзы ночные, в которых э, нужно поспать. Перед сном человек одел, утром снял, и уже целый день без очков, без линз у него хорошее зрение. Какой вид коррекции лучше всего подходит тому или другому человеку, э, это все зависит от режима его жизни, э, от его возможности, от его чувствительности. Э, конечно же, мы очень любим ортокератологию. Это вот эти вот ночные жесткие контактные линзы, которые, ну, во-первых, дают полную свободу человеку. Да? Вот человек утром линзы снял, и ему уже не нужно задумываться ни об очках, ни о линзах. Он может свободно заниматься спортом, бегать, прыгать. Родителям не надо переживать, куда ребенок дел очки, как у него там линзочки, если, он, если сравнивать с мягкими контактными линзами, там, не потерял ли он линзочку, а все ли хорошо. Но у каждого метода коррекции есть свои нюансы. Конечно же, очень важно, чтобы ребенок еще хорошо переносил эту линзу ночью, да, чтобы глаз, слизистая глаза переносила эту линзочку, и чтобы эмоционально ребенок был готов, что ему что-то линзу поставят в глаз, потому что можно очень много рассказывать о том, что мягкая контактная линза или жесткая контактная линза превосходны, но если эмоционально ребенок не готов, чтобы ему в глаз ставили линзу, а есть такие детки, которые ну, катастрофически, вот им страшно, понимаете, им тяжело преодолеть этот страх, то, конечно же, мы не настаиваем. Uh, конечно же, тогда для этого ребенка uh, или взрослых, взрослого человека лучше uh, очки. Давайте мы поставим пока тут три крапки, в нас далі будут новые на рекламу, после этого мы повернемся и продолжим разговор. Ми повертаємось до студії. Нагадаю, що в мене сьогодні в гостях Ірина Могильна, дитячий лікар-офтальмолог, завідуючи дитячим відділенням офтальмології медичного центру новий зір-лікар вищої категорії. Ми говоримо сьогодні про дитячі хвороби у дітей і взагалі зупинилися на тому, на методиках, які на сьогоднішній день існують, які з них ефективні. І різні вже ви перерахували це і нічні контактні лінзи, і Денні контактні лінзи і окуляри. Що а, взагалі, і навіть ви трохи затронули таку тему а, психологічного стану дитини, коли, вона, а, коли потрібно її вмовити щодо того, щоб вона вдягла ті ж лінзи або ті окуляри. Що робити, якщо дитина не хоче, наприклад, носити окуляри? Дело в тому, що много лет у нас виспитувалося негативне отношення к очкам. Вважали, що очки це плохо, что очки вредят глазу, что если человек одел очки, то это навсегда, что если человек одел очки, то глаз не работает. Должна сказать, что очень часто на приеме, когда родителям сообщают, что их ребенок нуждается в коррекции, например, в очках, да, то есть они настолько расстраиваются, что вот там выступают слезы на глазах, да. но если бы родители знали, насколько... Чего, насколько ребенок плохо видит, если бы они представляли то зрение, как ребенок на, видит, наску, например, при астигматизме, насколько искривляется, искажается внешний ви, мир ребенка, то, конечно, бы они понимали пользу очков. Тут очень часто эмоциональное состояние родителей переносится на ребенка. Иногда даже ребенок бы с удовольствием одел очки, в общем-то ничего его не смущает, он хочет хорошо видеть, но этого не хотят больше родители. Иногда врачу, детскому офтальмологу, иногда приходится эмоционально работать с родителями. Родители должны прежде всего психологически понять, что их ребенок нуждается в очках. И надо донести до родителей, что очки не вредят глазу. Все, что они делают, это направляют четко лучи в глаз, для того чтобы глаз, сетчатка глаза, получала четко информацию, и тогда глаз четко видит, хорошее зрение у ребенка. Конечно же, если брать подростков, да, то наступает такой период, когда подростков очень интересует внешний вид, да. они, как бы это обостренная такая у них тема. И э, они в этот период категорически отказываются от очков. Ну и прекрасно, ведь есть контактные линзы. Вот, кстати, вот это очень высокая мотивация. Тогда их не нужно уговаривать, э, ставить, пробовать мягкие контактные линзочки. Они с удовольствием хотят попробовать и стараются научиться ставить, снимать эти линзы. Но тут опять иногда... На пути к этим мягким контактным линзам становятся родители, которые не хотят, они считают, что тоже э, инородное тело в глазу, это, естественно, э, нужно чаще мыть руки, да? естественно, нужно соблюдать гигиену, э, естественно, нужно правильно ухаживать за линзами, для того, чтобы не было никаких негативных э эффектов. Э, и, конечно, родители очень переживают, а справится ли их ребенок со всеми этими задачами? Но э, Нужно тщательно обучать подростков. Конечно же, это все должно быть первое время под наблюдением родителей. Родители никак не должны уходить в сторону. Они все равно под контролем должно быть наблюдение, как ребенок пользуется мягкими контактными линзами, как он ухаживает за ними, в, каком, в какой частоте он содержит контейнер. Это очень важные вопросы. Еще какой нюанс нужно знать с мягкими ⁇ не бояться, не бояться, пускай родители не боятся, если ребенок категорически, ну категорически отказывается от ношения очков, то э, родителям нужно дать возможность ребенку хорошо видеть, а если это возможность только линзы хоть мягкие, хоть жесткие, то нужно ребенку дать эту возможность. Другое дело, помочь ему адаптироваться в этой ситуации, подсказать, рассказать. Там, естественно, доктор обучает, как правильно ставить, снимать линзы, как ухаживать, но родители внимательно это слушают, и в, обыч... в повседневной жизни ребенку помогают. Поэтому, в общем-то, сов... когда идет решение проблемы совместно, врач, родители и ребенок, когда находится общий, общее решение и э, все стараются помочь решить эту задачу тогда очень хороший результат то есть тут нужно конечно и от родителей четкое понимание э, состояния своего ребенка что ну вот у нас был очень интересный случай папа э, из другого города приезжает э, с девушкой а девушке уже 16 лет как вы понимаете самый тот возраст и он говорит я приехал в Киев для того чтобы вы выписали, и мы у вас заказали такие очки, которые не ломаются. Посмотрев на девушку, я по всю проблему сразу поняла. Я говорю, вы знаете, мы не сможем вам выписать такие очки. Он, конечно, возмутился. Говорит, почему у вас что в Киеве нет таких крепких очков? Я говорю, вы знаете, какие бы крепкие очки мы не выписали, ваша девушка просто не хочет их носить. И она не будет носить. Пусть вы купите очки там за 20 тысяч гривен, 30. Но не хочет она носить. Эмоциональное состояние у ребенка такое, что она не может одеть, вот что-то ей мешает. Психологическое состояние не хочет она носить эти очки. И мы папу уговорили попробовать мягкие контактные линзы. И счастье пришло в семью. Поэтому, поэтому, Иногда работают это как психологи. Конечно. Ну, естественно, любой врач он вынужден работать психологом. И очень важно, когда врач сразу понимает вот эту психологическую проблему между детьми и родителями и старается, помогает им найти этот компромисс. Потому что э, папа категорически был против мягких контактных линз. Вот запретил ребенку и все. Мы рассказали все преимущества. В общем, рассказали, и папа согласился, и слава Богу. Вот а нужно у помогать. Батька, может быть, были какие-то страхи, так? Конечно, страх, как бы переживания одни и те же. Справится ли ребенок с задачей ставить, снимать линзы и ухаживать за ними? Вот это вот единственные как бы, страхи у родителей Перед м'якими контактними лінзами, і, наприклад, якщо ще подивитись на цю ситуацію, це не найгірший варіант, що там дівчина, ну не будемо її звинувачувати в тому, що вона зламувала ці окуляри, а в тому, що іноді підлітку, якщо батьки не розуміють його настрій, він може піти просто з будинку в окулярах, зняти їх і цілий день бути взагалі без окулярів, і знов їх вдягати лише коли батьки це бачать так, вони і ж так це і будуть... таки Тому очки ці ті тім. ломаются, потому что они снимают, их ложат в портфель, никто за ними не смотрит, там все портфели бросили где-то. То есть они так и делают, дети. Поэтому родители это должны очень четко осознавать. И І понімають. І просто я хочу ще, щоб зрозуміли, наприклад, ті батьки, які стають чомусь в опір, проти там, от вони вважають, наприклад, що з лінзами дитина не впорається, потрібно обов'язково окуляри. Чим це загрожує, якщо дитина от не буде, вона в неї буде погіршувати зір? Якщо вона не буде носити, наприклад, ті ж окуляри, буде знімати їх, коли вона перебуває там на уроках або взагалі на вулиці. Конечно, если врач-офтальмолог назначает очки, значит, есть какая-то причина, да, основная причина. Возможно, понимаете как, тут однозначно сразу ответить на ваш вопрос невозможно. Дело в том, что при разных диагнозах, например, если это близорукость, да, то, конечно, есть четкие данные, что если глаза постоянно хорошо видят то близорукость не так сильно прогрессирует. Все прекрасно знаем, что близорукость, к сожалению, в детском возрасте не стоит на месте. Этот минус, да, он увеличивается вместе с ростом ребенка. Ну, вот такая закономерность развития близорукости. К сожалению, человечество не придумало методик, которые бы остановили прогрессирование близорукости. Но есть методики, которые затормаживают э, прогрессирование близорукости. Это... Вот, кстати, и жесткие контактные линзы э, на данный момент считаются самой почти эффективной методикой, которая э, максимально, насколько это возможно, сдерживает прогрессирование близорукости. Поэтому, э, конечно же, мы очень рекомендуем использовать ортокератологию при коррекции близорукости. Э, и понятное дело, что если ребенок постоянно видит плохо, во-первых, это опасно. А на дороге она должна ребенок должен хорошо видеть дорогу это опасно родители должны это осознавать во вторых нужно понимать что 80 информации человек получает через зрительный анализатор то есть ребенок который плохо видит получается не получает массу положительной информации он не видит своих друзей на расстоянии метра то есть это все негативное влияние плохого зрения так, а что такое синдром ледачого ока? И, в общем, можно ли остановить этот процесс, выявить его на якійсь то ранней стадии? Значит, э, синдром ленивого глаза э, называется амблиопия. Что такое Амблиопия – это функциональное расстройство э, зрительного анализатора. То есть анатомически, анатомически, Сетчатка глаза, зрительный нерв, корковый центр зрения сформированы нормально, но функционируют они ненормально. Из-за чего это происходит? Это происходит, когда нарушается световой поток направление светового потока света на сетчатку. Когда это может быть? Это может быть при различных аномалиях рефракции глаза. Например, гиперметропия высокой степени. Или астигматизм. Тогда э, при астигматизме э, на сетчатку глаза лучи попадают в искаженном виде, и глаз не получает адеква адекватную информацию световую, и он не умеет ее обрабатывать. Дело в том, что э, все дети рождаются с плохим зрением. И зрение развивается при условии нормального потока света в глаз. А если что-то мешает этому нормальному потоку света в глаз, тогда и возникает... Вот это вот функциональное нарушение э, зрительного анализатора. Когда это еще может быть? Это может быть при врожденной катаракте, когда катаракта вообще перекрывает поток света. То есть именно поток света заставляет развиваться сетчатку э, глаза и э, развиваться и получаем э, получить потом в итоге стопроцентное зрение. Поэтому самое главное лечение амблиопии это устранение причины возникновения этой амблиопии. Если это аномария рефракции, если это астигматизм или гиперметропия, дальнозоркость высокой степени, то, конечно же, офтальмолог назначает очки для постоянного ношения. Мы уже говорили, что очки что делают? Они формируют четкий поток света на сетчатку. И тогда происходит развитие сетчатки. Если же причина – это катаракта, значит, нужно хирургически удалять сначала катаракту, то есть создать этот поток света на сетчатку, а потом заниматься лечением амблиопии. Что еще входит в лечение амблиопии? Входит закрывание глаза, лучший видящий глаз. То есть да, нужно дать больше нагрузки на хуже видящий глаз. Лучший глаз закрывается, это называется окклюзия. И Нагружается хуже видящий глаз. Тут можно и компьютер, и планшет, и мобильные телефоны, что в общем-то очень сильно радует детей. И э, иногда, иногда родители, не понимая сути амблиопии, наоборот запрещают ребенку компьютер, планшет и э, телевизор. А тут наоборот на этот глазик, на этот глазик нужно дать адекватную нагрузку. Плюс в лечении амблиопии нам очень помогает аппаратное лечение. Иногда поднять остроту зрения при амблиопии без аппаратного лечения но практически не удается. И, конечно же, мы активно его назначаем. В нас не так много времени осталось. Я еще хочу спросить про лазерную коррекцию зору очей. Чи можно делать это детям и в каком возрасте? Лазерная коррекция зрения проводится только во взрослом возрасте. Считается, а обсуждать проведение лазерной коррекции можно начинать только с 18 лет. Почему? Потому что до 18 лет ребенок еще растет, формируется, а также и глаз может э, менять свою форму, рефракцию. Поэтому. Лазерна корекція проводиться тільки в во взрослому возрасті. Я вам дякую за те, що ви до нас сьогодні завітали. В гостях у мене сьогодні була Ірина Могильна, дитячий лікар-офтальмолог, завідуюча дитячим відділенням офтальмології медичного центру «Новий зір», лікар вищої категорії. А ми продовжуємо ефір.